so good. Thank you, Ido. Big applause, please. Thank you. Нет. Как мы это узнаем, сколько мы поставили? Нам нужно это взвесить. Ну, сначала ты набери что-то, а потом будешь взвешивать, смотреть, сколько тебе надо добавить. Только бери хорошие помидоры, чтобы они были не мятые и не зеленые. Мешок, ставь. Подними руки. Молодец. Смотрим. Не раскручивай, останови и смотри, там с двух сторон видно. Сколько килограмм? 0.8. Which means, мы можем взять еще один помидор. Иди принеси еще один помидор. Красивый. Иду быстрее, а? Быстрее, можно шевелиться? Один помидор попросила выбрать. Два часа стоишь, выбираешь. Ставь сейчас. Не надо класть, просто ложи на весы. Просто на весы положи. Не надо вешаться. Что изменилось? One? Yeah. So, this is what we need, right? 1 kilogram. Так, огурчики взяли. Что у нас еще там? Rice. Раз rice galettes. Это галет. Пейпер не нужен. Все. Что нам в этом отделе? В этом уже отделе нам еще что-то надо? No. No, идем маме, только мама хлеб еще возьмет. Пошли. Дорогие друзья, зрители, подписывайтесь на канал. Отмечайте также колокольчик для того, чтобы быть первыми и знать все новости, которые происходят на канале. Также подписывайтесь и лайкайте мою группу в Фейсбуке под одноименным названием «По будням с Инной». Буду рада вас там видеть, буду рада читать ваши комментарии. В ближайших видео подробности о рубрике «В гостях у Инны», в которых каждый из вас сможет принять участие.
Все подробности на канале. Следите за мной. Пока-пока, до встречи!